Жителям Татарстана рекомендовано воздержаться от посещения лесов. Сегодня правительство республики ввело ограничение на пребывание людей в лесах и въезд в них на автомобилях. Причина запрета – аномально жаркая погода, в результате которой в лесах установился высокий класс пожарной опасности. Ограничение будет действовать 3 недели. Лесные массивы на это время будут усиленно патрулировать. Кроме того, сегодня стало известно, что до 26 мая в республике продлен особый противопожарный режим. Напомню, во время его действия запрещено жечь сухую траву и мусор, разводить костры, а также готовить еду на открытом огне в неподготовленных местах.